Добро пожаловать в Майнкрафт, но я могу превратить что угодно в жидкость и получить за это суперспособности. Что я получу, например, если выпью воду, лаву или даже облака? Обязательно досматривайте до конца, чтобы узнать. И хей, подписчиков на канале все больше и больше, но если ты входишь в эти 60%, которые все еще смотрят мои ролики без подписки, то скорее нажимай на эту красную кнопочку подписаться. Набираем 35 тысяч лайков, и я сразу же выкладываю новый ролик. Приятного просмотра. Итак, друзья, не знаю как вам, а мне хочется пить и... Стоп. Серьезно, я появился прямо в деревне? О май гад, причем довольно красивая генерация. Итак, я человек простой, конечно, жаловаться на такое везение не буду. Я просто начну добывать дерево, потому что сегодня, ребята, у нас очень грандиозный день. Как вы, возможно, помните, примерно неделю назад я выпускал ролик, где я мог выпивать любой блок. И знаете, если вы подумали, что сегодня буду делать то же самое, то вы немного ошибаетесь, потому что сегодня будет чуточку интереснее. Сегодня я не просто смогу выпивать любой блок, сегодня я смогу выпивать самое-самое невозможное, например, облака. Просто представьте, возможно ли выпить облака в Майнкрафте? Но я думаю, вы прекрасно понимаете, что нет. Но в нашем с вами Майнкрафте все невозможное возможно, поэтому сегодня мы с вами планируем это сделать. И на самом деле не только это. Я взял самые креативные идеи, которые вы предлагали в комментариях под тем роликом, и решил их реализовать. Одна из них — это облака. Там есть огонь, очень много разных интересных креативных идей, которые мы сегодня, так скажем, сможем с вами выпить. И разумеется, мы не будем просто пить, потому что нам пить захотелось. Мы будем получать из этого реальные суперспособности. И посмотрите, сколько у меня супер много хлеба. Боже, стак и 8 штук. Итак, забираем верстак, ребята, запоминайте данный момент, потому что большая редкость, когда я так делаю. Также заранее у Джека своруем его кровати, потому что мне нужно идти убивать эндердракона чуть-чуть позже. И для этого мне бы не помешало. О, 3 кровати, 4 кровати, let's go. Так, опа, хавчик забираем. Для того, чтобы мы могли выпить облака или что-нибудь еще интересное, нам для начала не помешало бы добыть камень, потому что Майнкрафт должен начинаться с малого. Эверест, как говорится, тоже покорялся не за день. И мы с вами сделаем себе, не знаю, печку для начала, а потом скрафтим кое-что очень необычное для Майнкрафта, но, наверное, очень логичное для сегодняшнего выпуска. Как вы думаете, что мне потребуется для того, чтобы я мог выпить те же самые облака? Возможно, вы очень правильно ответили, и мне для этого потребуется, ну, так сказать, стаканчик какой-нибудь, что ли. Чем пить-то буду? Не с тарелки же. Поэтому я прибежал в пустыню, в которой я смогу добыть себе некоторые блоки, а именно песок, из которого я сделал пустые пузырьки. Но на самом деле пустыми они будут только в первую минуту, а потом они будут наполняться разными суперспособностями. Пока что я предлагаю поставить нашу печку, закинуть в нее песок и начать его переплавлять, а мы тем временем сами отправимся искать железо. Так, где бы тут шахту найти какую-нибудь? Так, а тут шахты нет. А вот это очень даже похоже на шахту. Найс, мы еще и железо нашли. А, подождите, мы чуть смерть не нашли только что. Кстати говоря, пока я добываю железо в шахте, я вижу вот этого чувака, который пришел со мной, видимо, что-то обменять. Давайте посмотрим, что он там обменивает. Вдруг он мне предлагает стак алмазов за блок земли. Ребята, такое предложение мы потерять не должны. Так, ладно, иди дальше по своим делам. Так, я слышу внизу скелета, и мне кажется, мне не кажется. Стоп, там внизу шахта какая-то. Походу, ребята, да, шахта. Я нашел шахту, очень много железа, очень много зомбаков. Они мне нафиг не нужны, и мне нужно найти что-нибудь крутое. Например, алмазы, желательно что-нибудь такое. Хотя бы золото для золотых яблок. У меня имеются как раз таки яблочки, и там имеются паучки. Слушай, ну неплохая шахта вроде. Гигантская, я бы даже сказал, шахта. Там имеется золото, кстати, но я алмазы по-прежнему не нахожу. Я на 25-й высоте. И в теории, если спуститься еще чуть-чуть ниже... Боже мой, нет! Тут слишком много мобов, тут слишком много мобов. И паук, который сам решил сгореть, нет, ну это вообще нормальный. Братан, я тебе не завидую, честное слово. Не, ну он красава, он выжил, скидываем его, убиваем его, быстренько и спрыгиваем вниз, ребята, спрыгиваем вниз. Алмазы! Я нашел алмазы в лаву, гори в лаве. Гори, ясно, братишка, мы нашли алмазы, и причем не один алмаз, а сразу дофигище. Боже, вот это джек. Вот это мы словили реальный джекпот. 4 алмаза как минимум тут имеется. Ставим наш верстак быстренько, так, добываем немного камня, потому что мне теперь нужна новая печка. Переплавать я буду, наверное, не все железо, потому что как минимум несколько блоков железа мне потребуется для одного дела, которое я вам покажу чуть-чуть попозже. Пока у меня все это добывается, я хочу добыть себе немного... О, точнее, переплавляется, хочу добыть немного песка. Буквально 8 штук, я думаю, мне будет более чем достаточно. И теперь, когда мы спокойно переплавляем наше стекло, мы получаем третий финальный блок стекла и крафтим из него наши драгоценные пузыречки. Стоп, это ведро? То есть я из 3 блоков стекла скрафтил ведро? Причем 3 штуки? Звучит странно, но, как говорится, очень интересно. Давайте возьмем 3 ведра наши в руки. И как вы могли догадаться, это необычные ведра. Это супер ведра, которыми мы сможем собирать суперспособности из разных необычных блоков. Суперспособности, конечно, это хорошо, но я хочу себе супер крутую кирку. Let's go! Железная кирочка, наконец-таки я добуду алмазы! Впервые я добываю алмазы, наверное, впервые, я не знаю, 6 минут моего выживания. Типа я добыл сколько? 5 блоков. И, ребята, у меня остается еще один алмазный блок, который
я могу прямо сейчас добыть. Но что если вместо того, чтобы его добыть, я использую свое супер крутое ведро, чтобы забрать его суперспособности? Я не знаю, что с этого получится, но давайте попытаемся. Итак, раз, два, три. Ведро алмазов. Теперь, ребята, у меня имеется ведро, и просто посмотрите, как оно сияет. Боже, оно выглядит обалденно, как будто реально взяли алмаз, положили прямо в ведро. Так, и что мы из этого получим? Выпиваем и... Так, а где способности мои? В инвентаре у меня способностей никаких нет. А вроде как я бы не быстрее не начал бежать, регенерации никакой нет. Неужели данное ведро не работает? Или просто я не знаю, какие у меня таятся суперспособности? Кстати, блок в итоге я могу даже добыть. Отлично, добываем сами шестой алмазик и... что? О боже мой, что только что произошло? Что только что произошло, вы это видели? Типа, я сломал один блок и у меня сразу... О боже мой, сломал... О, тихо-тихо, куда я падаю? Я ломаю один блок, а у меня ломается сразу огромное количество блоков. Кажется, ребята, мы только что сами нашли мою тайную суперспособность. Это ломать. О боже, я верстак свой забрал. Блин, ну это удобно. Забираем свои все вещи, и это на самом деле удобно, но и в то же время немного страшно. Типа, теперь каждый раз, когда я буду копать блоки, я могу вскопать целый ряд блоков. И интересно, могу ли я добыть сразу все золото? Так, let's go. О боже мой, добывать руды стало в 3 раза удобнее. Теперь я могу отсюда выбираться, но как я вам обещал, сегодня я буду выпивать не просто какие-то рандомные блоки, а я буду выпивать самые необычные и странные вещи в Майнкрафте. Для начала из странных вещей давайте убьем этого крипера, который нам периодически мешает проходить Майнкрафт. И я вот подумал, вот что может быть более странного, чем выпить немного лавы? Самая горячая жидкость в Майнкрафте, которую просто, ну, даже я не могу представить, как я могу вообще ее выпить. Но прямо сейчас мы ставим верстак, крафтим себе новый пузырек, получаем 3 ведра, и давайте сделаем лучше вот так, 1, 2, 3, чтобы у нас было 3 разных ведра, и мы просто подходим такие и нажимаем ПКМ по лаве. И стоп, что? Ведро огня! Чтобы вы понимали, посмотрите на мое ведро, у меня просто лава в ведре, и это не та лава, которую вы можете разлить для того, чтобы кого-то убить. Это та лава, которая будет безумно вкусно пить, и вы еще получите из него какие-то супер, так, неудобно. Итого, мы пока что имеем суперспособность огня, но мы ее еще не выпили. О май гад, я там вижу деревню, найс, мы можем побежать в еще одну деревню. Но для начала мне очень интересно все-таки выпить это ведро, давайте посмотрим, что мне даст ведро с огнем. Поехали, поехали, выпиваем и... Я опять не вижу никаких эффектов, типа, серьезно, никакие эффекты на меня не наложились, ведро никуда не пропало. И что я получил? Ничего не понятно вообще. Алечики, мамонь, может быть, вы знаете, что я получил? Какие-то суперспособности, какие-то супер крутые. О май гад, о май гад, что? Как я тебя поджег? Подожди, я ее поджег только что с руки, капец, она умная, она сразу в воду пошла. Кажется, мы недооцениваем овец. То есть вы хотите сказать, что теперь я буду бить овцу и сразу она будет поджигаться? Боже мой, да ладно, это что, горящий стейк? Почему они все такие умные? Почему они все сразу лезут в воду? Подождите, я хочу получить горящий стейк. Я хочу получить свой жареный стейк сюда. О май гад, это удобно. Кажется, друзья мои, мы только что с вами получили самую крутую суперспособность. Это получать сразу жареную еду, когда ты убиваешь любого животного. Потому что благодаря ведру с огнем, ребята, я весь горю. И теперь я могу просто убивать мобов, я не знаю, своей бицухой. Я могу подойти, допустим, к Жорику разок ударить, и все, и Жорика другого ударить, Жорик младший, Жорик старший, всех ударить. Они будут гореть, и когда они умрут, из них выпадет сразу жареная готовая еда. Ну и разумеется, я еще и наношу тем самым повышенный урон. Это просто счастье. Кстати, знаете, что еще счастье? Находить около деревни пирамиду! Типа, вот это уже реально жесть. И, кстати говоря, у меня появилась одна идея. Представьте, как было бы жестко, если бы я мог выпить, допустим, молоко из этой пирамиды. Получить, например, какие-то ее суперспособности, я не знаю, фараонов и так далее из прошлого. Если вам интересно посмотреть такой ролик, то можете написать об этом в комментариях, и я обязательно его запишу. А также не забывайте, что все датапаки, плагины, моды, которые я использую в своих роликах, как и этот, который я использую прямо сейчас, я скидываю в свою приватную беседу, в которой имеются спонсоры моего канала. Если вы не знаете и хотите стать спонсором моего канала, то около кнопки подписаться или кнопки вы подписаны, есть такая кнопка синяя спонсировать. После ее нажатия вы выбираете один из вариантов, который вам, возможно, понравился. И если вам реально понравилось и вам интересно, то вы можете поддержать мой канал и получить за это как раз таки супер бонусы. Тем временем у нас уже закат, и знаете, не хочется мне что-то оставаться на улице. Боже мой, какая у меня офигенная кирка! Копать стало сразу в 500 раз удобнее и очень-очень странно. Итак, прыгаем аккуратненько вниз, ломаем данную ножную плиту и... О боже мой, что я только что сделал? Боже, что это было? Я сломал одним ударом 4 сундука! Это просто круто! Типа, это реально безумно удобно, это просто безумно удобно! Получается, одним таким нажатием я могу сразу сломать целый ряд и... Так, вот это уже не очень удобно. В принципе, из этой пирамиды мы получили только одно золотое яблоко, но это уже неплохо, поэтому мы отсюда выбираемся. Ведь мне нужно добыть немного дерева, а потом отправиться с вами в ад. У нас, разумеется, 6 алмазов. Мы можем спокойно сделать себе сразу же крутую кирку. И, боже, это обалденный эффект. Посмотрите, как удобно стало добывать дерево. Это как модифицированный Майнкрафт. И крипер, который только что пытался меня убить, сломал 2 блока, получил сразу 10 дерева. Крафтим быстренько себе еще. Так, стоп, нет, у меня он имеется уже. Давайте просто залезем на дерево, поставим кроватку и ляжем спать. Потому что, о, нет, они мне мешают спать, серьезно. То есть вы меня теперь будете провоцировать лезть как можно выше, для того, чтобы я мог просто поставить кроватку и лечь спать. Окей, это довольно странно. Я никогда не спал на такой возвышенности. И надеюсь, я появлюсь не в самом низу, когда появлюсь. Окей, неплохо.
неплохо. Жив-здоров, хоть и выглядит это очень странно. Однако ломаем один блок и сразу хопа! И мы... Блин, это реально удобно. Мне нужно озеро славы, чтобы добыть себе немного обсидиана, но так как у меня его не имеется, то мне придется залезть в ближайшую шахту. Аккуратненько оббежать всех демонов, пожалуйста, не трогайте меня. И вау, я нашел целый каньон и темпл даже. Неплохо, но темпл мне не нужен. Мне нужна лава. И кажется, я вижу лаву и даже вижу обсидиан. Все, найс, прыгаем тогда вниз. Аккуратненько, желательно от этих мобов. И крафтим себе быстренько наш верстак. Крафтим нашу алмазную кирочку для добычи нашего обсидиана. Как вы наверняка уже могли догадаться, при добыче одного блока обсидиана я буду сразу получать целый ряд. Или я даже не знаю, как много, но... О, боже мой! Очень много, безумно много. Я получил сколько? 18 обсидиана, сломав один блок. Ну что ж, дорогие друзья, я считаю, что я готов отправляться, так сказать, в путешествие. Создаем украденько наш портал, и теперь нам нужна зажигалка. Так, зажигалки, кажется, у меня нет. Поэтому мы быстренько добавим сами кремень. Я думаю, это будет не сильно долго, с учетом того, как много мы ломаем всего. Опа, на кремень уже есть. Крафтим нашу зажигалочку, и это будет, наверное, мой первый поход в ад абсолютно без какой-либо брони. Поэтому знаете что? В Майнкрафте, где у меня всего лишь одна жизнь, как-то, ну, не особо хочется умирать, поэтому все-таки скрафчу я себе какую-нибудь броню. Пускай это будет хотя бы нагрудник, штаны и хотя бы ботинки. Все, этого достаточно. Ну и теперь, когда мы в аду, нам бы не помешало найти с вами аккуратненько крепость. Кстати говоря, у меня имеется еще два ведра, которые я не использовал. И много всего интересного в моем инвентаре, например, обсидиан или, допустим, золотая руда. Давайте попытаемся из золотой руды сделать какую-нибудь суперспособность. Итак, раз, два, три, хопа! Ведро золота. Выглядит довольно интересно и многообещающе. Ну что ж, давайте попробуем. Итак, раз, два, три, ребята, приятного мне аппетита, как говорится. И я получил, о, регенерацию 3. Подождите, вот это интересно, вот это реально классно. Что-что, вот регенерация 3, это, наверное, самое крутое, что мне просто могло выпасть. Правда, как я теперь буду искать фортресс, я немножко не понимаю, боже мой, что же я так опасно-то передвигаюсь? Паркурист, тумка в деле, как говорится, мне еще стрелять куда-то скелетрон. Так, ну что ты, как ты его колбасит, этого скелета? Что-то с этим скелетом явно не так. Ладно, пока они там думают, как в меня попасть, я продолжу аккуратно паркурить. И главное, о май гад, главное не упасть, потому что я только что чуть не... стоп, что-то знакомое. Кажется, ребятки, мы сами нашли то, что мы искали. Да, это та самая крепость со свинозомби, который ее защищает. Ну что же, блоков у нас много, поэтому аккуратненько до нее, так скажем, долетим. Примерно вот такой телепортации. Раз, два, три. Ау, больно вообще-то. Итак, я настроился на наших красавцев. И, кстати говоря, об этих красавцев, они пытаются меня убить. Но благо у меня имеется мое ведро с золотом, которое дает мне регенерацию 3. И, в принципе, я могу просто пробежать мимо них, быстренько так подальше, подальше, подальше от опасности. Переиграем одного красавца, скинем его вниз. Найс, и теперь нам нужно аккуратно еще переиграть этих эфридов, пока они не переиграли меня. Раз у меня имеется 3 алмаза, я думаю, самое время сделать тебе тот самый алмазный топор. Потому что драться киркой — это дело такое себе. А щит я так себе и не скрафтил. Поэтому придется драться с этим топором. Так, а где же их спавнер? Их спавнер должен быть где-то рядом, потому что тут очень-очень много эфридов. Но они же откуда-то берутся, правильно? Ага, я, кажется, понял, откуда они берутся. Да, я нашел их, правда, зря я не скрафтил себе все-таки щит. Если бы не это видос с золотом, я бы, наверное, уже 30 раз за сегодня умер. Но, пожалуйста, давайте я аккуратненько убью этих эфридов. Заполучу свои палочки, как говорится, вы уйдете своей дорогой, я пойду своей дорогой, и все будет нормально. Тут просто жесть блейзовская, честное слово. Посмотрите просто, сколько тут блейзов на квадратный метр. Благо, с моими суперспособностями они вообще меня убить не могут, даже в 10 ром. И у меня имеется уже 12 блейзовых палочек. В целом, теперь мне нужно найти пиглинов, с которыми я смогу обменять все свое добро. И желательно сразу после этого отправиться в обычный мир, потому что я еще не сделал одно очень важное дело. И это добыть, наверное, ведро из облаков. Кстати, о моих пиглинах. Вот я один красавчик, которого я могу аккуратненько не замуровать, не могу. Хорошо, братишка. О, боже мой, это очень неудобно. Это очень-очень удобно. Так, братишка, давай-ка я тебя как-то аккуратненько туда скину. Только нет, он только что сгорел. Нет. Боже мой, ребята, супер крутые мечи и кирки. Это и дар, и проклятие. Я только что случайно убил своего пиглина. Так, хорошо, я вижу своего следующего бойца. Надеюсь, хотя бы. О, боже, он не один, у них тут целое семейство. Так, ребятки, давайте как-нибудь это без лишних ссор, пожалуйста, конфликтов. Затолкну вас просто туда, и вы не умрете. Боже, они гореть начинают. Нет. Этот факт создает огромное количество проблем. Так, давайте, ребятки, я вас переиграю. Вот таким вот образом скину. Давай, 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 скину. Дай, я скину его вниз. Надеюсь, только что он там не сгорит. Этого нам придется убить. Итак, смотрим, смотрим, смотрим. Да, он живой. Найс, братишка, ты красава. Так, а где все золото? О, боже мой, у меня совсем нет золота. У меня имеется только куча пиглинов и свиней, которые пытаются меня убить. Походу, ребята, отправляемся добывать золото. Благо, с моей супер киркой это делать не сильно сложно, потому что она добывает сразу огромным количеством это золото. Ну а теперь, братец, давай поговорим. Итак, ставим наш верстачок, крафтим наше золото. Кидаем ему пока что имеющиеся 16 штук. И посмотрите, сколько свиней вокруг меня собралось. Все, боже, что это за сходка? Давайте выбьем просто ведро золотом и аккуратненько попытаемся их убить. Боже, их реально дофигище! И как там дела у нашего друга? Так, у нашего друга там имеется уже обсидиан какой-то. Так, имеется что-то золотое, какие-то блоки. И да, эндерперлы или мне показалось? Нет, там, скорее всего, нет эндерперлы. Хотя нет, стоп, они есть. Как минимум несколько эндерперл там есть. Окей, немножко еще подождем. A few moments later. Ну и теперь уже, когда я очистил свой инвентарь, делаем все наши плейс
бейзовые порошочки. Прыгаем к нашему дружбану и получаем 8 эндерперл. В принципе, блин, я не знаю, вроде как и достаточно, а вроде как и нет. Но золота больше нет, и имеется только очень злой пиглин, который пытается нас убить. Поэтому знаете что? Пожалуй, пиглин, я от вас ухожу. На всякий случай я обменялся с ним еще немного для того, чтобы у меня наверняка хватило окаэндера, потому что я боялся то, что 8 штук мне вряд ли будет достаточно. И теперь, когда мы сделали нашу окаэндера, я добыл себе кучу блоков из ада. Я думаю, что я готов сделать то, что я хотел сделать с самого начала этой серии. Это просто пойти и попытаться реально выпить облака. Итак, ваши ставки, получится ли у меня это сделать? И если да, то что из этого получится? Какие способности я могу получить, если выпью облака? По сути, это, наверное, самое странное, что можно придумать. И, ребята, мы максимально близко, но я не знаю, хватит ли такой дистанции, чтобы выпить облака и... Ведро облаков! Я только что, ребята, налил свое ведро облака! Типа, серьезно, у меня имеется ведро облаков. Хорошо, я боюсь представить, что будет, если я прямо сейчас выпью ведро облаков. Надеюсь, что ничего плохого не случится. Потому что кто знает эти суперспособности? Это может быть как и суперспособность, так и проклятие. Короче, поехали, выпиваем его. Так, 3, 2, 1 и... Какие-то частицы, какие-то белые, о боже мой, белые частицы, что происходит? В кого я превращаюсь? Что подо мной происходит? Почему я вижу какие-то белые частицы? Подождите, я что, превратился в облако, что... крылья, стоп, что? У меня появилась элитра? У меня появилась элитра, стоп, я просто... я научился летать? Получается, я могу просто теперь на ней летать, что ли? Тихо-тихо-тихо, пожалуйста, аккуратно. О боже, окей, я летаю, я еще вижу пирамиду перед собой, и главное, что я даже не умираю. Боже, это обалденно. Типа, я ждал с самого начала то, чтобы попробовать это сделать, и знаете, я ни капли не разочарован. Типа, я получил какие-то обалденные белые частицы вокруг себя, получил элитру, с которой я могу теперь летать. И... почему-то я потерял свой железный нагрудник теперь. Как бы там ни было, отправляем с вами. О май гад, это было очень опасно. Одним крутым нажатием мы ломаем сразу 4 сундука, получаем так одно золотое яблоко, что там еще было, вроде ничего. Кстати говоря, я не помню, чтобы я об этом говорил, но я могу даже попытаться выпить океан и получить его исцеляющие суперспособности. Например, смотрите, мы ставим верстачок, крафтим быстренько наши новые 3 супер ведра. Подходим к нашей воде и нажимаем правой кнопкой мыши, что мы получаем? Ведро воды. Казалось бы, обыкновенное ведро, да, ничем не примечательное. Но если попытаться его выпить, да, воду пить это уже странно, то мы получаем с вами... Так, пока что не вижу никакие эффекты, регенерация, я не знаю, это дало мне ведро воды или нет, но скорее всего, да, именно вода мне дает регенерацию точно так же, как и ведро огня. Но с такими-то вещами, я думаю, я готов, поэтому отправляем с вами искать нашу эндер-крепость. И раз мы имеем столько ниток и столько палок, то почему бы нам не скрафтить себе новый лук, с которым мы сможем убить проще эндер-дракона? Эндер-крепость находится у нас в том направлении, и я подумал, что было бы безумно удобно нам подняться как можно выше, и с помощью элитры мы гораздо быстрее сможем передвигаться. Ну типа, реально, намного быстрее, потому что мы безумно высоко поднялись, и все, ребята, я готов. Раз, два, три, и отправляемся в прекрасное, красивое путешествие. Посмотрите, какие офигенные облака, какие офигенные горы. И самым главным сейчас будет просто не перелететь через энд, потому что это будет безумно странно, что мы просто пропустим его и будем возвращаться обратно. Кстати, на удивление, но именно так и произошло. Что-то мне кажется, что наша эндер-крепость будет на этой огромнейшей горе, потому что она мне показывает прям в этом направлении и как будто прямо в горе. Короче, просто начинаем копать вниз, потому что, о боже мой, это будет безумно удобно с такой-то киркой, но главное еще не умереть. С этими частицами как и удобнее, так и неудобнее, причем я не знаю, я... о боже, я упал прямо в крепость, let's go! Мы находимся в крепости и... ну и... нашли, собственно, портал. Окей, это было даже проще. Стоп, стоп, я боюсь сломать. Если я сломаю этот спавнер, я могу сломать этот блок, и все, тогда я просто не попаду сюда. Одно кэндер имеется, боже, серьезно! Одно око эндера, и это ровно сколько мне нужно, боже, как я рад! Я мог только что просто потерять этот момент, просто из-за того, что мне бы не хватило, допустим, одного ока эндера. Получается, мы с вами готовы, и опа-на, я слышу чешунец, все, ребята, я слышу чешунец, поэтому так, вода с собой имеется, золотые яблоки имеются, еда имеется, кровать имеется, все, короче, отправляемся, чтобы убивать эндер-дракона. Мы захватили с собой силу океана, мы захватили с собой силу облаков, мы захватили силу рут, по итогу мы захватили силу всех богов Майнкрафта, поэтому знаешь что, эндер-дракоша, ты с нами даже близко не сравнишься, только, почему меня убивает эндермен? Чем я вам так не понравился? Мне нужно срочно выпить какое-то ведро, иначе меня просто сейчас убьют. Так, быстренько ведро огня. И быстро выпиваем ведро воды. Давай, 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 ведро воды, пожалуйста, регенерируй меня. Боже мой, у меня 2 хп, пожалуйста, регенерируй меня быстрей. Жесть, я мог только что просто умереть из-за того, что 2 эндермена пытаются меня убить. Вы что, прикалываетесь? Главное теперь не спутать супер ведро воды и обычное ведро воды, которое мне поможет. Так, знаете что, эндермен, идите в баню, реально. Поднимаемся ломать наш второй аккуратненько кристаллик, только желательно без смерти. Пожалуйста, я не знаю, о боже мой, у меня броня крайне фиговая. Я пришел убивать эндер-дракона просто с полужелезкой. Окей, в меня еще стреляет эндер-дракон, поэтому придется лететь, ребята. Придется лететь на элитре. Аккуратненько, аккуратненько. Давай, 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 давай. Найс, долетели. Ломаем аккуратненько еще один кристаллик. Боже мой, как страшно их ломать. Он мне постоянно тратит по 5-6 хп. В меня снова кидает всякая фигня и дракоша, поэтому аккуратненько перелетаем на соседний кристаллик. И, о, тихо-тихо-тихо, не падаем. И ломаем наш финальный кристаллик. Let's go! Так, вроде как это были все кристаллы. Я точно не помню, у меня еще стреляет эндер-дракоша. И теперь мы с вами готовим наши кроватки. К сожалению, у меня их всего 2, хотя вроде я помню, что брал 4, но
да ладно. Готовимся, сначала кушаем золотые яблоки, потом ставим два блока сюда, даже три. Стреляем пока в дракошу, чтобы ему не было скучно. Ёпа, ему не скучно, потому что он спускается прямо к нам. Давай, дружище, мы тебя ждем. Так, его голова, смотри, в том направлении, ставим кроватку туда, ставим блок перед ней, быстренько. Действуем быстро, действуем сообща, разок его подорвали сами. О боже, нас подкидывают, тихо, ведро воды, спасай. А, это не то ведро воды. Хорошо, выпивай мне это ведро воды, потому что я не хочу умереть. Постреляем все-таки в него немного с лука для того, чтобы хотя бы немного нанести урона. Камон, да ладно, я 4 раза промазал. У меня остались всего 4 стрелы, но это будут золотые стрелы для тебя. Первая стрела в бой. Вторая стрела следует прямо за ней. Let's go. Третья, видимо, немного подождет, потому что у нас имеется эндер-дракон, который снижается. Я только что сломал бедрок. Чего? Я только что сломал бедрок своей киркой. Вы что, прикалываетесь? Каким образом я это сделал? Хорошо, быстренько ставим кроватку. Ставим перед ней блок, быстренько ее взрываем, наносим ему урон и бьем его дальше с топора. Он нас, разумеется, подкидывает. Мы используем водичку, чтобы не умереть. Используем нашу третью стрелу, полетели. И теперь у меня, как говорится, нет шансов на поражение. Выпиваем наше ведро с водой, выбираем ведро с золотом. Все выпиваем, что у нас имеется. И поехали, дракоша. Получай по голове. Разок, еще разок по голове. Третий раз по голове. И мы его убиваем. Я даже не успел использовать последнюю стрелу. Мы убили эндер дракона без нашей даже последней стрелы. Но мы прошли Майнкрафт. Боже, это было максимально сложно, но это было максимально интересно. Особенно тот момент, когда мы смогли с вами выпить облака и получить элитру. Если вам так же, как и мне, понравился данный ролик, то вам 100% понравятся ролики, которые вы сейчас видите у себя на экране. А с вами был я, Тумка. И всем пока-пока!